Ай, сосватали уже сону, сегодня смотрели. Вот и хочу на нее посмотреть. На, смотри, пойди отсюда. Вот она, ходи. Вот она, любимица моя, красавица наша. На моих глазах родилась, на моих руках выросла. Зачем обманываешь? Не она это, она косая, кривая, хромая должна быть. Кто тебе сказал? Кто? Сама подумала. Разве такой невесте козочке нужен старый дохлый козел? Нет, не она это, до свидания. Постой, Роман, не уходи. Помоги мне. Не хочу я так рядом ходить. Что ты говоришь, девочка, разве так можно? Отец уже с князем договорился. Не мешай, мама, не мешай, не говори, я тут знаю. Эх! Что это? Окоп, окоп. Говоришь, на руках росла, на глазах цвела, а теперь хочешь, чтоб завял цветок? Дай, ну. Эх, окоп. Так я и хватаю. А, мне князь, как король помахал уже. Как оснупешься. Ну я слово не хочу дал. Эй, приказчик я. Кто приказ, кто делает? Что он тебе приказал? Что? Смотри, ты прости. Буду тебе. Смотри. Может, заболел человек или несчастный случай? На базаре кто-нибудь немножко ударил. Я на нее все сделаю. Коллеги, мы помогать друг другу должны. Ханма! Идем, дочь! Ханма, я тебя знаю! Ханма! Айма! Ханма! Князь приехал. Эй, князь! Где Сона? Подевается. Айма! Куда глаза глядят? Не могу я видеть, как мою любимую ученицу. Она за княжеский титул продавать. А тебе на это глядеть не надо. Иди помоги стол накрыть по-французски. А когда твоя любимая ученица будет для князя петь, я тебя позову, а компания бери. А компания рви. А я рви, брат, я отсюда. Сона, голубка моя, ты готова? Платье выбирай. Увидишь челюсть выпадет. Честь говорю, выпадет
не каждый за такого орла, как ты, сам уж выходил. А, красивая ворота. Невеста, говорю, у меня Роза. Роза невеста. Ну что же ее так долго нет? Где же она? Ну куда ты все время торопишься, а? Вся. Жизни никогда не надо торопиться. Пешком там, кто в крае здесь юных лет. Все спешат на этом свете, на тот свет. Бедный, богатый, добрый, женатый, все равно. Нам за городы встретиться рядом суждено. Что с ним? Сам сказал.
В невестах засиделась.
помоги распутаться. Ну что такое, что у тебя, рук что ли нет? Руки, ноги есть, мужчина я все-таки. Ты мужчина, да я не женщина. Сваха я, мне что мужчина, что женщина, как для купца отрез, что мужской, что дамский, лишь бы подороже с рук спать. А если ты мужчина, почему до сих пор не женат? А мне свобода дороже. Да? Да. Женатый мужчина, он что, птица в клетке? И еще не ради вас такая женщина, которой бы окопу была нужна. Чтоб не слишком старая была, но и не слишком молодая. Стройная, но не тощая. Скромная, но не робкая. Чтобы, не дай бог, как ты, табак не нюхала. Чтобы умная была. Не умнее меня. Куда побежал этот тигрица? Куда? Мама! Мама! Где невеста? Там! Рыдает! Князю не понравилось! Как не понравилось? Откуда я знаю? Будет свадьба или нет? Или мне обратно в Кутаиси ехать? Кто это? Это... Прабабушка я. Прабабушка. Из Кутаиси на свадьбу приехала. На свадьбу приехала. Будет свадьба старая. Сдохну, но будет. Кто? Кушал, Грида. Будет свадьба. Будет свадьба. Будет свадьба. Будет свадьба. Только такая, как я хочу. Как подарок из курмы, свадьбы я не стану.
только глаза закрою, опять это страшилище перед собой вижу. Вот такие мурашки по телу. Эту мерзавку в кабаду на порог не пускать. Там кабаду. Князь, за нею все и князь видеть ее не хочет. Погоди! Пусть войдет. Я из нее шашлык буду делать. Шашлык придется с гарниром делать. Она пришла не одна. Князь, дорогой, что случилось? Утром приехал домой. Мамочка в обмороке, дочка в слезах. Что тебе, не так дверь открыли? Чует мое сердце ветхому, и здесь не обошлось. А, почему за стол не сел? Семленка не съел, вина не выпил. А